Здравствуйте, уважаемые зрители! 2021 год стал настоящим звездопадом для мира искусства. Актеры, режиссеры, певцы и другие представители творческих профессий массово уходят из жизни. Вирус беспощаден к людям преклонного возраста. Тем, кому удается с этим справиться, проходят долгие курсы реабилитации. Сегодня пришла печальная новость. Крупный телеграм-канал со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил, что актер Сергей Маковецкий находится в больнице. По информации телеграм-канала, актер попал туда с подозрением на коронавирус. На данный момент Сергею Маковецкому 63 года. Он находится в группе риска. Источник в медицинских кругах сообщает, что актер находится в сознании. Состояние удовлетворительное, передвигается сам. Из симптомов – сильная слабость, повышенная температура. Сергей Маковецкий лежит в отдельной палате. Настроение бодрое. Говорит, что еще рано сдавать билеты на его спектакли. Эту информацию пока никак не прокомментировали его жена и приемный сын. Также хранит молчание и его концертный директор. Наш канал продолжает следить за развитием событий и желает Сергею Маковецкому скорейшего выздоровления. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.